Привет. Недавно на нескольких каналах была дискуссия по поводу КПД солнечных панелей при их нагреве от солнца. Вот хочу показать свою ситуацию. Сегодня жаркий солнечный день. Солнце сейчас находится практически прямо над моими панелями. И вот температура поверхности. Вот этот датчик наружной температуры приклеен к внутренней поверхности солнечной панели. Датчик термометра, он видно, выходит из обшивки балкона. Точнее, провод датчика. Вот вы видите, какая температура. 57,3 градуса. На балконе 33,1. А сейчас для сравнения хочу показать, что выдает инвертор в сеть. Сейчас полный разбор энергии, лимитер ничего не блокирует. Сейчас, не выключая камеру, перемещаемся к инвертору и смотрим. А вот для сравнения еще несколько более ранних фотографий, какая мощность бывает в холодные, солнечные, ветреные дни. И вот еще одна фотография, что может выдать кратковременно инвертор, если, скажем, в холодный день при очень прозрачном воздухе солнце резко выйдет из-за тучи. Вот немножко ветерок дунул, небольшой порыв. Температура сразу упала на несколько градусов. Вот. Ну, еще добавлю, что в прошлом году при жаре 36-37 градусов на улице видел на этом термометре температуру поверхности панели около 70 градусов, даже чуть больше, 71, по-моему. А вот какая была мощность инвертора в то время, я, к сожалению, не помню. Но думаю, что меньше 300 ватт. Вот. Это видео без теорий, без рассуждений. В общем, показал, что есть. Всем удачи и пока.